Конституционные права граждан соблюдаются в местах лишения свободы. Управление Федеральной службы исполнения наказаний провело акцию «День открытых дверей» во всех исправительных учреждениях. Это редкая возможность, когда родители могут навещать своих детей в колониях и ознакомиться с условиями их проживания. Так, администрация исправительной колонии номер 7 общего режима в поселке Тюбе организовала встречу с родственниками 20 заключенных, которые в течение года не нарушали режим содержания и принимали активное участие в общественной жизни исправительного учреждения. Мы их пригласили сюда, чтобы дети осужденные, которые здесь находятся под стражей, чтобы они встретились со своими родителями. День Конституции. Также, чтобы эти родители видели условия содержания этих осужденных, где они проживают в отрядах, где они работают на производственной зоне, а также в столовой, то есть в пищеблоке.